Занятие творчеством – часть губернаторской программы «Активное долголетие». В ее рамках получатели социальных услуг с удовольствием осваивают новые техники. К примеру, роспись гипсовых барельефных панно. Подобные мастер-классы, замечают сотрудники Центра «Вера», благотворно влияют на здоровье пожилых людей. Занятие творчеством помогает людям объединиться, помогает людям пожилого возраста, которые вышли на пенсию, найти себе занятия, интересные по духу. Занятия творчеством помогают отвлечься от грустных мыслей. Роспись гипсовых панно – занятие, интересное в любом возрасте. Стоит только проявить фантазию, и скучная белая заготовка превращается в яркий предмет декора. Это что-то необыкновенное. Получаешь огромное-огромное удовольствие. И время не впустую тратится, а что-то делаешь очень красивое. Я уже хожу второй год на эти занятия. Сейчас вот у нас новое из гипса, нетрадиционное из гипса. Вот у нас такие вот поделки, которые мы разукрашиваем с великим удовольствием. Офлайн занятия в рамках активного долголетия возобновились месяц назад. За это время Центром «Вера» было организовано уже несколько различных программ, чтобы помочь пожилым людям вернуться к насыщенной жизни. Для учета посещаемости в начале занятия через специальное приложение участников регистрируют по социальной карте жителя Московской области. Это требование нашего министерства. Такая разработана программа, где сразу отмечается человек, участник. И сразу в программе выходит такая табличка, что один участник уже там зачислен. На сегодняшний день занятия проводятся при соблюдении участниками санитарных норм. Александр Столяров, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.